На особом контроле у главы города. Александр Балдакин следит за ходом ремонтных работ в лицее номер 40 и 7 школе Ульяновска. Напомним, что в двух ульяновских школах в разгар учебного года началась реконструкция. Здания по полвека стояли нетронутыми, было множество проблем. Поэтому ремонт требовал безотлагательных решений. За несколько месяцев обновлений уже заметны изменения. Александр Балдакин вновь ознакомился с текущим состоянием выполненных работ. В 40-м лицее они идут по плану. Здесь сейчас ведется отделка стен, частично проложены новые сети электроснабжения. В школе номер 7 ситуация немного другая. Вот сейчас мы находимся в 7-й школе, есть небольшое отставание у подрядчика. Были нюансы по согласованию сметной документации. Вопросы сейчас все утрясли, неделю дали на то, чтобы подрядчик увеличил количество рабочих, приступил к ремонту по всем направлениям. Кровля, фасад, инженерные коммуникации. Кроме того, сейчас на повестке дня стоит вопрос об организации последних звонков и выпускных вечеров. Власти обещают, что у каждого учащегося будет возможность попрощаться с родными школами. А праздничные мероприятия пройдут на базе других учебных заведений. Последний звонок для выпускников школы номер 7 будет проводиться в детской школе искусств имени Варламова. Здесь уже все вопросы решены, и поэтому я думаю, что последний звонок для детей будет очень интересным, ярким и насыщенным. А для лицеистов в этот день свои двери откроет Ульяновский государственный университет. Для комфортного обучения и развития школам важно обеспечить необходимые условия. Масштабный капитальный ремонт благодаря федеральной программе стал шагом к созданию благоприятной образовательной среды для учеников.